Всем привет! Это небольшой обзор такого вот переходника с USB Type-C на обычный USB. Вот. Купленный на сайте GearBest, обошелся мне 2,99 цента. Пришел вот такой же упаковочкой. Ну, это посылка как пришла. Там еще несколько товаров у меня было. Вот, собственно, в таком пакетике и шел этот переходник. Раскрою, как он выглядит. Такая вот штучка получается. С одной стороны получаем USB Type-C, а с другой стороны стандартный USB выход. Как бы для чего нужна эта штучка? Получается, если у вас смартфон, допустим, или планшет, есть у него вход USB Type-C, вставляем этой стороной в планшет, а сюда можно вставить, допустим, вот флешка у меня есть. Вот, вставляю сюда флешку, и телефон ее обнаруживает, и можно быстро перекинуть нужные файлики. Вот, в принципе, удобная вещица. Подписывайтесь на наш канал, и также вот есть у нас сайтик chinapost.ru. Там будет куча обзоров разных покупок и распаковки посылок с интернет-магазина GearBest. Ссылка на товар будет под видео. Вот, если заинтересовало или понравился этот мини-обзорчик, ставим лайк. Если есть вопросы, можно задать в комментариях под видео. Ну и подписывайтесь на канал. Все, всем спасибо.